Привет, я Роман Нестеров. В этом видео я вам расскажу о основных приемах работы с программой. Также в процессе объяснения будет создана простейшая композиция. Немного об интерфейсе программы. В верхней части программы находятся модули управления. Эти модули можно перемещать. Также, кликнув правой кнопкой мыши в свободное поле, можно включать и выключать отдельные модули. По периметру программы находятся доки. Доки можно сворачивать и разворачивать. Различные окна и элементы управления можно отсоединять от доков и переставлять на другое место. Теперь о браузере. В браузере можно выбирать различные типы данных. В браузере есть сэмплы, аудио, миди-лупы, также различные паттерны. Из браузера можно открывать проекты. В браузере есть коллекция предустановок для аудиотреков и виртуальных синтезаторов, а также иконки для треков. Кликнув правой кнопкой мыши в закладку, можно выбирать различные опции. Такие как включение автовоспроизведения при выделении мышью, воспроизведение лупов в темпе проекта, темп проекта выставляется в этом модуле, проигрывание по кругу и выбор выхода для сигнала. Выхода может быть назначена какая-либо шина, либо аудиодрайвер. Сейчас я включаю воспроизведение лупов в темпе проекта. Теперь давайте добавим в проект несколько лупов. Возьмем, к примеру, луп в стиле фанк. При выделении лупа начинается его воспроизведение. При помощи этой кнопки в браузере можно остановить воспроизведение. Перетаскиваю луп в окно треков. Добавим еще один луп. К этим лупам мы вернемся чуть позже. Теперь о следующей вкладке в браузере, вкладке Plugins. Здесь находятся эффекты, которые можно добавлять в проект. Эффекты можно добавлять непосредственно на клип, либо на аудиотрек. При добавлении эффекта он появляется в корзине эффектов трека либо клипа. Помимо браузера, эффекты можно добавлять также непосредственно в корзине эффектов, кликнув туда правой кнопкой мыши. Это окно называется «Инспектор».
В инспекторе показываются настройки выделенного трека, а также шины, на которую направлен трек. В данном случае трек направлен на шину мастер. И мы видим настройки этой шины. Также в браузере есть MIDI-эффекты. Эти эффекты добавляются на MIDI-треке. Из браузера можно добавить виртуальный синтезатор, просто кликнув в него два раза, либо перетянув его в поле проекта. При добавлении синтезатора в проект возникает окно выбора опций. В данном случае я выбираю, чтобы у нас добавился MIDI-трек. Следующую галку я пока снимаю, про нее расскажу чуть позже. Также добавится трек с первым выходом виртуального синтезатора. При выборе этой опции, при добавлении синтезатора, появляется окно с его настройками. А вот мы видим, открылось окно синтезатора. Итак, что мы получили? Мы получили два трека. MIDI-трек. На нем будут расположены MIDI-данные. А также аудиотрек, на который будет идти аудиосигнал с виртуального синтезатора. Следующий вариант добавления синтезатора – это так называемый простой или simple track. При добавлении синтезатора мы выбираем эту опцию. И у нас создается трек, объединяющий в себе свойства как MIDI, так и аудиотрека. Есть еще один вариант добавления виртуального синтезатора в проект. Это когда создается MIDI-трек и аудиотреки для всех аудиовыходов виртуального синтезатора. Выбираем создание MIDI-трека и всех аудиовыходов. Также мы выберем опцию, при которой будет создана папка, в которую будут сложены все треки, созданные при добавлении синтезатора. Итак, что мы получили? Мы получили MIDI-трек и все аудиотреки выбранного синтезатора. Это нужно для того, чтобы обрабатывать различными эффектами отдельные выходы синтезатора. Это может быть удобным при загрузке в один синтезатор нескольких инструментов. Если вы помните, при добавлении синтезатора мы выбрали создание папки. При помощи этой кнопки можно закрывать и открывать папку. Использование папок позволяет экономить рабочее пространство проекта. А также может быть удобным при группировке различных типов треков. Также в браузере есть папка SynthRec, в которой мы видим все нами добавленные синтезаторы. Инструменты в проект можно добавлять непосредственно в самом синтреке. Двойной клик в иконку синтезатора вызывает окно его свойств. Выделив синтезатор, можно удалить его из проекта при помощи этой кнопки. Теперь давайте вернемся к лупам, которые были нами ранее добавлены в проект.
лупы, которые мы добавили в проект, можно перемещать. Важный параметр при перемещении клипов – это сетка. Сетку можно выключить, и тогда клип перемещается свободно, либо включить, и тогда клип перемещается в соответствии с выбранными нами опциями. И я выбираю шаг, равный такту. Еще один важный параметр – это как будет перемещаться наш клип. Я сейчас выбираю опцию, при которой клип будет перемещаться на выбранный нами шаг сетки. Если выбрать другую опцию, то клипы будут перемещаться в шаг сетки. Лупы, которые мы добавили в проект, можно растягивать. Также, выделив несколько лупов, мы можем растягивать их вместе. Зажав кнопку Ctrl на клавиатуре, можно мышью скопировать клип. При помощи кнопки Delete на клавиатуре можно удалить выбранные клипы. Выделив участок фонограммы, можно его зациклить. Для этого есть специальный модуль в панели управления. Немного подрегулирую громкость в инспекторе. Давайте прослушаем. Мы видим, что воспроизведение идет по кругу. Использование специально подготовленных лупов позволяет менять темп проекта. При этом темп у лупов меняется автоматически. Меняю темп обратно. Если кликнуть в луп два раза, то возникает окно с его свойствами. Также это окно можно вызвать в главном меню. Здесь можно прослушать редактируемый луп. Отдельные слайсы также можно прослушать. В этом меню включается отображение огибающих гейна, панорамы и высоты тона. Сейчас я меняю громкость слайса. Таким образом меняется высота тона слайса. Также можно менять высоту тона для всего лупа. Здесь выставляется тональность, в которой записан луп. Луп можно переконвертировать в обычное аудио, для этого к нему нужно применить команду Bounce to Clips. Для этого я нажимаю на клип правой кнопкой мыши и выбираю соответствующую команду. Теперь немного о инструментах редактирования. Я выключаю решетку.
При включенном смарт-туле при наведении на верхнюю и нижнюю часть клипа меняется форма курсора. В верхней части клипа можно выделить фрагмент, а схвативший за нижнюю часть клипа можно его перемещать. Наведя курсор на левый или правый край клипа в нижней его части, можно менять его границы. В верхней части краев клипов находится регулировка фейдов. Теперь немного о других инструментах редактирования. Они расположены здесь, в специальном модуле. Также этот модуль можно вызвать в любой части экрана, нажав среднюю кнопку мыши. Самый главный инструмент редактирования – это Smart Tool. Он включает в себя большинство других инструментов. Следующий инструмент – это инструмент выделения. Далее идет инструмент перемещения. Инструмент для изменения границ клипа. Нажав правой кнопкой мыши в этот инструмент, можно выбрать дополнительные инструменты. Например, инструмент для изменения длительности. Инструмент для разрезания клипов. Еще один инструмент – это ластик. Кликнув правой кнопкой мыши в этот инструмент, можно выбрать еще один инструмент. Этот инструмент предназначен для обезвучивания клипов. Также клипы можно обезвучивать, кликнув в них правой кнопкой мыши и выбрав соответствующий пункт меню. Sonar позволяет работать со слоями аудиоклипов в пределах одного трека. Для включения отображения слоев предназначена эта кнопка. Причем все слои могут звучать одновременно. Отдельные слои можно отключать или делать их соло. Кликнув правой кнопкой мыши в это поле, можно вызвать дополнительное меню для работы со слоями. Например, здесь можно добавить новый слой. Можно удалить неиспользуемые слои. Клипы можно свободно перемещать между слоями. Немного приведем все в порядок. Теперь я немного расскажу о элементах управления на самих треках. В верхней части находится меню, позволяющее изменять набор элементов управления. Я включаю отображение всех элементов управления. Сейчас я расскажу о управлении аудиотреком. На каждом аудиотреке есть кнопка выключения, кнопка соло, кнопка выделения для записи, кнопка мониторинга входного сигнала, меню фильтров редактирования. О них я расскажу позднее. Это фейдер громкости, фейдер панорамы и, наконец, фейдер гейна. Хочу обратить внимание, что фейдер гейна работает до корзины эффектов, а фейдер громкости после корзины эффектов.
Как вы видите, все эти элементы управления также повторяются и в инспекторе. Также есть еще переключатель моностерео и переключатель фазы. Теперь немного о фильтрах редактирования. Возьмем для примера какой-нибудь трек. Входим в меню фильтров. По умолчанию включено редактирование клипов. Об этом фильтре я расскажу чуть позже. Здесь включается редактирование огибающих трека, здесь клипов. К примеру, выбрав для редактирования гейн клипа, можно редактировать громкость отдельных клипов. Сейчас я создам для примера автоматизацию громкости. При выборе этого фильтра возникает огибающая. Есть несколько способов редактирования огибающих. При использовании смарт-тула двойным кликом мыши ставятся точки. После этого мы можем двигать точки либо кривые. Давайте послушаем, что у нас получилось. Мы видим, что фейдер двигается в соответствии с записанной автоматизацией. Также автоматизацию можно нарисовать другим инструментом. Это инструмент карандаш. Если кликнуть правой кнопкой мыши в этот инструмент, появляется дополнительное меню, где можно выбирать форму кривых. Также можно все стереть ластиком. Переключаемся обратно на смарт-тул. Теперь немного о кнопках, которые отвечают за автоматизацию. Эта кнопка включает считывание автоматизации. Эта кнопка включает запись автоматизации. Сейчас я вам продемонстрирую запись автоматизации в реальном времени. Для этого я буду во время воспроизведения двигать фейдер панорамы. Прослушаем. Итак, мы записали автоматизацию, теперь можно выключить эту кнопку. Здесь вы видите результат записи автоматизации. Хочу обратить внимание, что при включении фильтра ничего кроме выбранного параметра менять нельзя. Это удобно, поскольку позволяет избежать случайного изменения других параметров. Чтобы переключиться на другой фильтр редактирования, мы можем снова зайти в меню и выбрать другой нужный нам параметр. Я переключаюсь на редактирование клипов. Теперь можно редактировать сам клип. Далее кнопки, которые есть на аудиотреке, это кнопка заморозки. При нажатии на эту кнопку все эффекты и виртуальные синтезаторы, принадлежащие этому аудиотреку, просчитываются, что позволяет высвободить ресурсы компьютера. Следующая кнопка – это кнопка архивации. Эта кнопка отключает трек и высвобождает ресурсы, занятые этим треком. На аудиотреке также можно выбрать вход. В выпадающем меню можно выбрать источник сигнала. Источником сигнала может быть, например, какой-либо виртуальный синтезатор, либо драйвер вашего звукового интерфейса.
Далее расположено меню выхода аудиотрека. В качестве выхода аудиотрека можно выбрать какую-либо шину, либо драйвер вашего звукового интерфейса. Еще можно выбрать управляющий вход компрессора. В данном случае выход с этого аудиотрека ведет на шину мастер, а с нее в свою очередь выход идет на драйвер звукового интерфейса. Добавить дополнительные треки в проект можно в верхнем меню. В этом меню можно добавить аудиотрек, миди-трек, а также добавить шину. Сейчас я добавляю еще один аудиотрек. Вот он тут появился. Помимо этого, треки можно добавить, кликнув правой кнопкой мыши в поле треков. Можно добавить аудио, миди-трек. Если кликнуть правой кнопкой мыши в поле шин, то можно добавить шину. Сейчас я вам хочу продемонстрировать запись внешнего аудиоисточника. Я на аудиотреке выбираю нужный мне вход. А для удобства работы я закрою ненужные треки. Я отмечаю этот трек для записи. Здесь находится модуль управления метрономом. Эта кнопка включает метроном при воспроизведении. Эта кнопка включает метроном при записи. Кликнув правой кнопкой мыши в этот модуль, мы заходим в панель управления метрономом. Сейчас я, к примеру, уменьшаю количество пустых тактов перед началом записи. Давайте попробуем что-нибудь записать. Выключаю ненужный трек. Сейчас я выключаю зацикливание. Итак, я записал партию инструмента. Ведя мышкой вверх или вниз по этому полю, можно менять масштаб. Еще один фильтр, который мы ранее не рассматривали, это аудиопереходы. При выборе этого фильтра возникают маркеры. Маркеры можно свободно перемещать, что удобно при ритмической подгонке различных треков, либо при исправлении ошибок при исполнении. В меню можно выбрать дополнительную панель управления этой функцией. В этой панели находятся элементы управления этой функцией для выделенного клипа. К примеру, нажав на эту кнопку, можно сделать так, чтобы при изменении темпа проекта автоматически менялся темп аудиоклипа. Нажатие на эту кнопку позволяет квантизировать аудиоданные. Эта функция исправляет погрешности в ритме при живом исполнении. Мы видим, что маркеры сдвинулись. Также можно извлечь грув из выделенного клипа и применить его к другому клипу при помощи этой кнопки. Это может быть удобным, к примеру, при синхронизации дабл-треков, либо подгонке ритма какого-то количества треков по определенному образцу. Сейчас я вам покажу, как ставится эффект на аудиотрек.
Для этого я захожу в браузер и выбираю нужный мне эффект. Например, эффект реверберации. А мышью я перетаскиваю этот эффект на трек. Эффект появляется в корзине и выскакивает окошко управления этим эффектом. Прослушаем. Но, как правило, такие эффекты, как реверберация, они ставятся не в разрыв трека, а используются в режиме посыла на шину. При таком способе обработки чистый сигнал идет с основного трека, а обработанный сигнал идет с шины, на которую был сделан посыл. Далее этот сигнал примешивается к общему миксу. Сейчас я создам шину, на которую будет поставлен эффект реверберации. Использование эффекта на шине позволяет обрабатывать несколько треков одним и тем же эффектом. Часто в режиме посыла используются такие эффекты, как реверберация и задержка. Перетаскиваю эффект на шину. В эффекте есть меню выбора пресетов, и можно выбрать какой-либо из них. После этого на треке я создаю посыл на шину с эффектом. Для этого я кликаю правой кнопкой мыши в трек и в появившемся меню выбираю шину для посыла. У нас появился посыл. Здесь мы можем регулировать уровень. Также можно выбирать режим посыла до фейдера, либо после фейдера. Посыл можно переназначить на другую шину, аудиодрайвер, либо управляющий вход компрессора. Либо удалить посыл. Хочу обратить внимание, что при использовании таких эффектов, как реверберация в режиме посыла, чистый сигнал в настройках эффекта должен быть выключен. Если вы заметили, то настройки шины во многом повторяют настройки аудиотреков. Здесь также регулируется панорама, громкость, гейн и входная панорама. Также есть фильтр редактирования огибающих автоматизации различных эффектов, либо параметров шины. Выход шины может быть направлен на другую шину, либо на аудиодрайвер вашего звукового интерфейса. На шине есть кнопки выключения, кнопка соло. При включении этой кнопки на шине возникает отображение звуковой волны в реальном времени. Это я покажу чуть позже. Также есть кнопка считывания автоматизации и кнопка записи автоматизации. На шине, так же как и на аудиотреке, может быть создан посыл на другую шину. Следующий способ работы с шинами – это когда эффекты на шине ставятся в режим разрыва. При этом выходы нескольких треков назначаются на эту шину, и там они обрабатываются различными эффектами совместно. Сейчас я добавил шину. Теперь добавим эффект на шину. Часто в качестве эффектов, ставящихся в режим разрыва, используются такие эффекты, как эквалайзер, компрессор, фленджер, хорус и тому подобное. Добавляем эффект. Сейчас я переназначу выходы нескольких треков на эту шину.
Теперь эти два трека обрабатываются эффектами, установленными на этой шине. Хочу обратить внимание, что при выделении трека мы видим в инспекторе его настройки, а также настройки той шины, на которую выходит трек. В инспекторе есть несколько вкладок, в которых мы можем менять свойства клипов, треков и Pro Channel. Первая вкладка — это вкладка «Клип». В ней мы видим настройки выделенного клипа. Например, возможно изменение цвета клипа, а также многих других параметров. Здесь можно добавлять на клип эффект. Следующая вкладка, вкладка «Трек», позволяет увидеть настройки выделенного трека. В этой вкладке можно, к примеру, менять цвет клипов на всем треке, а также другие параметры. Следующая вкладка — это вкладка Pro Channel. Pro Channel — это набор эффектов премиум-класса, присутствующих на каждом аудиотреке и шине. Здесь есть такие эффекты, например, как компрессор, эквалайзер, ламповое насыщение сигнала и так далее. Pro Channel может быть назначен до или после корзины эффектов. Для этого предназначена эта кнопка. Pro Channel также можно видеть в консоли. Консоль — это аналог железных микшерных пультов. Отображение Pro Channel включается этой кнопкой. После чего мы видим Pro Channel для этого трека. Помимо этого можно менять последовательность эффектов Pro Channel. В консоли мы видим настройки для наших аудио и MIDI каналов, а также настройки для шин. Отображение Pro Channel может быть также включено и для шин. Теперь давайте немного поговорим о MIDI-треках. На MIDI-треке, так же как и на аудио-треке, присутствует кнопка включения-выключения, кнопка соло, кнопка выбора для записи, кнопка мониторинга сигнала, кнопка считывания автоматизации, кнопка записи автоматизации, кнопка заморозки трека и кнопка архивирования трека. Помимо этого на треке присутствует фейдер громкости, фейдер панорамы и фейдер коррекции значения силы удара. Также ниже в меню можно выбрать входной порт, выходной порт, MIDI-канал, банк и инструмент. В виртуальных синтезаторах выбор инструмента или банка, как правило, находится в их интерфейсе. Помимо этого, в инспекторе есть настройки привязки к тональности, включение квантизации при записи, ее настройки, трековый арпеджиатор, транспонирование MIDI-трека и смещение его по времени. На MIDI-треке, так же как и на аудио, есть корзина эффектов, куда можно добавлять MIDI-эффекты, и фильтр редактирования. Помимо автоматизации, создаваемой аналогично аудиотрекам, здесь есть еще один пункт меню. При его включении на треке возникает пиано-ролл.
Это позволяет редактировать MIDI-данные прямо в окне треков. Включаю Smart Tool. Двойным щелчком левой кнопки мыши я рисую ноты. Правой кнопкой мыши можно удалять ноты. Ноты можно перемещать, редактировать и так далее. Наведя мышь на верхнюю часть ноты, можно изменять силу удара, velocity. Обычно при этом меняется громкость ноты. Я возвращаюсь в режим редактирования клипов. MIDI-клипы можно также редактировать, как и аудиоклипы. У них можно менять границы. Можно их перемещать и копировать. Разрезать. В Sonar'е собрана большая коллекция различных MIDI-паттернов и лупов. Эти лупы или паттерны можно также перетаскивать, как и аудиолупы, на трек и там редактировать. Видите, он легко перетаскивается мышью на трек. MIDI-луп можно растягивать так же, как и аудиолуп. При этом, кликнув правой кнопкой в медиабраузер, можно выбрать тот синтезатор, на котором будет проигрываться MIDI, луп или паттерн в самом браузере. Теперь я вам продемонстрирую запись с MIDI-клавиатуры. Для того, чтобы освободить немного рабочего пространства, я скрою шины. Отображение шин включается и выключается этой кнопкой. Сейчас я запишу партию баса. Для этого я выделяю для записи нужный мне MIDI-трек. Чуть уменьшу громкость на треке. И поменяю пресет на ревербераторе. Начнем запись. Итак, после записи мы видим полученный трек. Для того, чтобы его отредактировать, мы зайдем в Piano Roll. В Piano Roll мы видим записанную партию. В этом меню мы можем выбрать отображение вертикальной сетки. Причем отображение этой сетки может зависеть от настроек решетки, либо можно выбрать какое-то определенное значение. В данном случае я выбрал 16-е ноты. Вот мы видим, появилась сетка. Если при записи не все ноты точно попадают в ритм, их можно редактировать. Для облегчения этой задачи можно включить решетку. При включенной решетке можно точнее подогнать ноту.
Причем у окна пианорол есть независимые настройки решетки. И я выставляю 16-е. Для наглядности я переключаю шаг отображения решетки. Видите, ноты у нас передвигаются по сетке. В пианорол можно редактировать как отдельные ноты, так и группу выделенных нот. Ноты можно перемещать, растягивать и так далее. При включенном смарт-туле двойным щелчком левой кнопки мыши мы можем добавить ноту, щелчком правой кнопки мыши нота удаляется. Еще один параметр – это длительность добавляемой ноты. Можно выбрать определенное значение, либо выбрать значение последней выделенной ноты. Видите, они у нас получаются одинаковой длительности. Специальным инструментом можно разрезать ноту. Я возвращаю обратно. Этот инструмент позволяет выключать отдельные ноты. Помимо этого инструментом карандаш можно одним щелчком левой кнопки мыши рисовать ноты. Клавиши Delete на клавиатуре можно их удалить. В нижней части окна пианорол находится поле Velocity. Для того, чтобы изменить это значение для ноты, можно, к примеру, навести на верхнюю часть ноты и двигать мышью вверх-вниз. Либо редактировать это значение при помощи карандаша. Возможно изменение этого параметра для выбранной группы нот. Как мы видим, параметр меняется одновременно. Удобная функция при исправлении погрешности при живом исполнении – это функция квантизации. Квантизация позволяет выровнять ноты в соответствии с выбранными параметрами. Я выбираю 1/16. При этом будет квантизироваться начало нот. Видите, ноты выровнялись. Однако в некоторых стилях музыки не стоит слишком увлекаться квантизацией, поскольку это делает ее механистичной. Давайте послушаем. В нижнем поле также можно редактировать контроллеры. Сейчас я добавлю контроллер. Можно добавлять различные типы контроллеров. Теперь мы можем редактировать этот контроллер. Теперь давайте вернемся к нашему окну треков. На аудиотрек синтезатора можно также добавлять эффекты. Кстати, если кликнуть правой кнопкой мыши в поле Plugins, можно выбрать либо отображение всех эффектов, либо отображение только эффектов версии Producer, причем отсортированных по типам. Сейчас я добавляю эффект на аудиотрек синтезатора. Вот эта кнопка, о которой я рассказывал ранее, это кнопка заморозки. При нажатии на нее появляется аудиоклип и высвобождаются ресурсы компьютера. Этот клип можно редактировать так же, как и обычное аудио.
Повторное нажатие на эту кнопку размораживает синтезатор. Применение заморозки может быть удобным при большом количестве эффектов или синтезаторов в проекте, после чего процессор компьютера может уже не справляться с нагрузкой. Еще одно окно для редактирования MIDI – это окно нотного стана. В этом окне можно проставлять ноты в привычном виде. Также можно вызвать отображение гитарной табулатуры. Вот я при помощи табулатуры нарисовал аккорд. Некоторые виртуальные синтезаторы имеют большое количество аудиовыходов. Это позволяет обрабатывать эффектами независимо каждый из каналов. К примеру, этот синтезатор имеет 12 выходов. Таким образом, мы имеем возможность каждый из инструментов назначить на свой выход и там их обрабатывать эффектами независимо. Сейчас я загружу какой-нибудь набор ударных. Итак, у нас загрузился кит. Этот кит имеет набор готовых ритмических рисунков, паттернов. Эта кнопка включает проигрывание, эта кнопка включает зацикливание по кругу, выше расположены кнопки выбора паттернов. Прослушаем. Понравившийся паттерн можно перетащить на MIDI-дорожку и там его отредактировать. Это обычный MIDI-луп. Я захожу в Piano Roll, и мы видим все MIDI-данные. Сэмплы в инструмент можно перетаскивать прямо из браузера. При прослушивании отдельных сэмплов лучше отключить проигрывание в темпе проекта. Перетаскиваю сэмпл на пэд. Часто партии ударных редактируются в шаговых секвенсорах. Сейчас я вам покажу, как это делается в Sonar. Заходим в шаговый секвенсор. Левая кнопка мыши включает ячейки секвенсора, правая выключает. Можно редактировать силу удара для отдельной ноты. Левее есть ряд настроек.
Также для линейки можно выбирать отдельный выход. Можно прослушать отдельные инструменты, кликнув в них мышью. Эта кнопка добавляет строку в шаговый секвенсор. Также строку можно добавить и из меню. А вот она тут появилась. Сейчас я посмотрю номер ноты, на которую загружен сэмпл. Меняем номер. Для удобства работы я переименую строку. Программирую рисунок. Увеличу длительность лупа. Следующий инструмент для создания аранжировок и живой работы – это Matrix. Он находится вот здесь в меню. Возникает вот такое окно. В это окно можно перетаскивать лупы как из браузера, так и из треков. Также можно перетаскивать лупы обратно на треки. Для каждой строки матрикса можно выбрать аудиотрек, на которую будет идти сигнал. Это позволяет обрабатывать эту строку какими-либо эффектами, регулировать у нее громкость, панораму, создавать автоматизацию и так далее. Сейчас я вам продемонстрирую создание простейшей композиции из набора лупов, входящих в сонар. Я включаю обратно просмотр в темпе проекта. Перетаскиваю луп в Matrix. Сигнал с данной строки матрикса у нас будет идти на этот трек. Переименовываю для удобства работы. Переназначаю строку. Подрегулирую громкость. Добавлю еще один луп. Добавляю луп. Переназначаю выход. Ячейки столбца можно включать одновременно. Добавлю партию баса. Также переназначаю выход. Запускаю их одновременно. Вернемся к нашему проекту. Итак, давайте создадим композицию.
Лишние клипы удаляем. Для облегчения работы можно добавлять в проект маркеры. Мы видим, что у нас появился маркер. Выбираю наиболее удачную часть партии. Переключаю параметры решетки. Копирую. Удлиняю композицию. Хочу рассказать об одной удобной опции. Эта опция называется Auto Crossfade. Она позволяет при наложении клипов делать автоматический кроссфейд между этими клипами. Видите, один клип плавно затухает, а другой плавно нарастает. Что в некоторых случаях позволяет значительно экономить время. Продолжим формирование композиции. Сейчас нам понадобится шиномастер. Я добавляю на мастер шину эффект Boost 11. Это нельзя назвать полноценным мастерингом, однако позволяет значительно увеличить громкость композиции. Sonar, помимо всего прочего, имеет набор плагинов для профессионального мастеринга. Для удобства контроля можно включить отображение волны на шине. Сейчас я покажу, как это делается. Включаем соответствующую кнопку. Видите, на шине появился рисунок звуковой волны. Теперь после формирования композиции нам ее надо экспортировать в аудиофайл. Можно экспортировать все сразу, но можно и выделить диапазон, который мы хотим экспортировать. Для начала я выделяю все. Затем при помощи вот этих кнопок я редактирую выделение. Теперь можно перейти непосредственно к экспорту. Заходим в меню, выбираем экспорт, аудио. Появляется окно экспорта. Для совместимости с аудио CD или MP3 мы выбираем 44 кГц и 16 бит. Печатаем название файла. Формат аудиофайла при экспорте может быть различным. В данном случае я выбираю формат WAV. Жмем «Экспорт». Идет экспорт композиции. Теперь мы имеем на диске наш экспортированный проект. Спасибо за внимание. С вами был Роман Нестеров. Удачи!